Здорово, народ. Ну чё, камеру я заклеил. Где она? Сейчас это не та. Вот, камеру я заклеил. Посмотрим сейчас, что там получилось. Может, чуть-чуть отполируем. Вот. Но получилось довольно-таки неплохо. Все нормально. Сейчас я тут, может, изолентой заклею, чтобы это, не дай бог, не царапнуть, и отполируем. Попробуем отполировать, посмотрим, что из этого получится. Ну, вроде как держится. Чтобы лишнее там не это. Чуть почистить и все. Ну вот, опыт печальный, но как бы ничего такого сильно страшного не случилось. Ну, неприятно, но сейчас совсем тоненьким попробуем. Как же с тебя так? Ага, вот так вот. Подрезать. Угу. Подрежем. На удобство пипец. Так, наверное, надо сразу этим, как его, полировать, потому что твердое этим ничего, наверное, не получится. Но вот тут, правда, чуть-чуть получается. Так, слегонца, чтобы не было вот этих вот острых, ну, краев тут. Никакая красота мне не нужна. Должен быть функционал. Ну ладно, не получается этим вообще ничего. Может, еще чуть-чуть с этой стороны сейчас. Вообще не хочет. А, во, пошло чуть-чуть. Ну это что-то страшное. Это надолго от этим. Попробую сейчас. Попробую фрезовать. Может, что и получится. Так. Возьмем фрезку. Тут у нас есть такие вот наждачки какие-то, да? Ну, сейчас попробуем наждачкой сначала, а потом, может, по-другому. Чем-то
Ну, попробуем, не знаю, сейчас попробуем, поищу варианты. Так. Включение питания. Посмотрим, что будет делать. О, так, добавим чуть-чуть звука. Замечательно, получается хорошо. Так, а нам вот это вот, чтобы вот это вот. Так, оно может сейчас получится это теперь убрать. А ну, чтобы ее там не было. Вроде как открылось. А ну, сейчас попробую. Так, оно может попробовать чем-то таким другим. Вот этим попробовать. Такой подковыристый. Достать их оттуда, блин, эти ножи. Еще то задание. А ну, сейчас. Такое, как долото какое-то. Вот, ну, вроде как что-то срезается. Малость. Так. Ну, клей держит пипец. Так, а давайте еще чуть-чуть попробуем. Наверное, вот в этой щели оно, наверное, тут же не достали. Там сейчас. Так, ну чуть-чуть, сейчас, еще.
тут еще чуть-чуть подровнять тут и все. Больше тут ничего, это куролесить не буду, хватит. Самое главное, этот убрал с этого. Тут какое дерьмо осталось там уже в этой щели. Бог с ней. Главное, что она функционал-то роли никакой не играет. Убрал заусеницы просто сюда и все. О, так, проверить бы чем. Чем мы можем это проверить? Есть у меня, это должна у меня быть такая вот, да, это большая, наверное. Сейчас проверим, с этой стороны маленькая есть, есть. Так вот. Ну все, вот. Все. Ха. Как там и было. Ну, нормально. Так. Открываем эту ленту. Ну, вот и все. С этих щелей я доставать эту клей не буду, потому что я не достану, и сильно мне там его доставать не надо. Тут уже не поймешь, если будешь царапать поверхность эту, или это еще клей. Тут что такое? Ну, вот так вот. Все, работает. Ну, в следующий раз буду внимательный и осторожный. Так вот получилось. Что, ребята, к вещам нужно относиться бережно, осторожно. И они тогда будут служить. Ну вот, учиться нужно, как там правильно говорят, учиться нужно на чужих ошибках. Так, это мы убираем, это мы закрываем, это нам не надо. Так что камера теперь будет работать дальше. Ну, всем спасибо за ваше время. Всего доброго. И до скорых встреч.